Вы смотрите столярный канал Владимира Жиленко. Сегодня столярная работа такая простая, такая бюджетная и скромная, что даже стыдно ее озвучивать. Но тем не менее, заказчики бывают разные, приходят, требуют и предлагают вот сколько денег за эту столярную работу. А мои зрители, наоборот, ждут шедевров, ждут зрелищ. И как в этой ситуации поступить? Самое лучшее, наверное, снимать по правде, так как она есть. Столярная работа под названием «Вешалка». Даже язык не поворачивается сказать, что это вешалка. Это вешалочка. Это маленькая столярная работа. В конце фильма, конечно, будет обсуждение. Смотрим. Материал термодерево. Заготовка имеет такой вид. Изготавливая ранее ключницы, устанавливала такие самодельные крючки, да, палочки. Вот такие палочки буду ставить и на вешалку. Есть как раз 5 штук в запасе. Теперь разметка, сверление. Потом фрезером пройти, сделать какие-то канилюрчики, углубления. Самое простое украшение – это фрезер. Практически любую фрезу поставить, можно сделать канавки, углубления. Чувствую, уезжает. Зажато слабо.
кромочник, фреза 2 мм, пройти и снять вот эти острые края. И еще не шлифовал. Шлифовка выполняется после фрезерной обработки. С обратной стороны будет подвес. Вот такое метизное изделие. 16 ширина. Базовая фреза на 16. Глубина выставляется по револьверному механизму. С обратной стороны вот здесь еще небольшое углубление. Остатки клея удаляю при помощи опилок, зубной щетки, и потом еще прохожу сапожным ножом. Можете проходить канцелярским ножом. Это самый эффективный способ, по моему мнению. И все готово для того, чтобы нанести финишное покрытие масло один слой. Для бюджетных работ хорошо подходит масло. Быстро, не надо заправлять краскораспылитель.
15 минут лишь излишки вытереть и предоставить работу зрителю. Вот так выглядит готовая столярная работа, маленькая вешалка. Для ее изготовления я использовал термобук. Время, потраченное на изготовление этой столярной работы, ровно 2 часа. Это бюджетный вариант и очень скромный. Цель этого фильма следующая. Часто изготавливая столярные работы, и приходится устанавливать китайскую фурнитуру. И мои подписчики, зрители обращают на это внимание и пишут справедливые комментарии. Особенно, когда изготавливаешь ключицы, сундучки, они пишут, что крючки, подвесы, навесы совсем не соответствуют данной столярной работе. Вот, друзья, сегодняшняя столярная работа – это отказ вот таких крючков. Вот эти крючки вытачивались на токарном станке. Они небольшого размера, можно, конечно, увеличить, но заказчик говорил, чтобы вешалочка была маленькая, скромненькая и маленькие крючочки. Но вот на этой столярной работе как раз и присутствуют самодельные крючки, изготовленные на токарном станке. Вопрос, стоит ли изготавливать такие крючки, устанавливать, или все-таки покупать вот такие крючки, вот такую фурнитуру. Вот этот крючок стоит 20 рублей, есть крючки, которые стоят 200 рублей. 5 крючков 1000 рублей, стоимость крючков даже превышает стоимость самой вешалки. Я прислушаюсь к вашим советам, интересно почитать комментарии. В любом случае композиция кажется законченной, потому что смотрится в одной цветовой гамме. Конечно, крючки такие можно увеличивать в зависимости от технического задания для выполнения этой работы. Обратная сторона, вот такие подвесы, термобук, обработка маслом. И для изготовления этой столярной работы ушло ровно 2 часа. Так что комментируем, задаем вопросы. Всем доброго, с уважением, столярный канал Владимира Жиленко.